1 февраля стало известно, что на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией будет действовать пограничная зона. Там обещают установить места для въезда лиц и транспорта, а также предупреждающие знаки. Отметим, что 12 февраля в Белоруссии вступит в силу указ о 5-дневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении госграницы в аэропорту Минска. В перечень, в частности, вошли все государства Евросоюза, а также США и Япония. Напомним, 1 февраля стало известно, что на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией будет действовать пограничная зона. Это решение принято в целях создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации. Там появятся места для въезда лиц транспорта, а также предупреждающие знаки.